Стальной хват России, привет. Нас трудно победить, мы не сдадимся. Ну, сегодня у нас такой день разгрузочный. Когда-то бывает все идет, когда-то бывает что-то идет, когда-то бывает ничего не идет. Ну вот, в общем, выбрали еще одного себе соперника. То есть, ребята, я всем говорю, не бывает такого, что подряд всегда все ломалось. Ни такого не будет никогда. Однозначно целевые пруты будут давать сдачу и давать будут сильную сдачу. И по голове будут давать сдачу, в смысле не бить вас по голове, а именно в понимании того, что вы там слабак или еще кто-то. Все это фигня. Железо, оно в любом случае будет сильнее. Мы должны быть умнее. Поэтому сейчас мы попробуем откинуться, ну, вроде бы как бы не на целевой прут. Потому что пробовали сегодня болт 10,9. Пробовали 230-й, заряжали. То есть я вам все объективно говорю, что было, что не получается на данный момент. Ну, попробуем. Сталь 20. Все написано. Это из той, покажи диаметр. Из того пакета 19 прутков. Да, 9 мм. Все, дай не надо. Значит, у нас еще уменьшилась кордура. Теперь она еще на 5, да? Нет, 4. Значит, было 60, теперь стало 56, двойная. 37. Нет, я имею в виду то, что она уменьшилась, покажи. Из-за того, что она уменьшилась, диаметр был 39, а вот стал 37. Вот так что идет уменьшение, и, соответственно, намотка уменьшается. Сталь 29 миллиметров. Не просто, совсем не просто, но мы думаем с Олегом, это все-таки не целевой пруток. Руки на магнезе? Да. Давай. Настроен, видите, очень по-боевому. Вот так вот, два кинка мощных, градусов 60 уже вывели, но это еще не треть дела. Так как он сам короткий, 9,5, но угол не совсем так уж очень острый. Но можно, в общем-то, атаковать. Вот сейчас Олег попробует. Значит, три движения у меня пошло, да, ушло? Четыре движения. Нажим. Пожелаем сейчас удачи ему, чтобы в два пройти в дожиме. Вот что свидетельствует, что пруток не целевой, а проходимый. Хотя, ребят, поверьте, сталь 20, кругляк девятка, на 150. Это, ну, очень тяжело. Вот так вот. Вот такой красавец. Вот так вот. Ну покажи, до скольки ты провел? 9,5. Что злость ты делаешь, да? Вот так, ребят, города берет. 6. То есть 3,5. 35 миллиметров за один раз. Вот такие дела. Ну, значит, возможно, Олежка сейчас отважится еще на одну сталь. Вот так вот. Хорош. Супер. Конечно. Прошли. Ребят, ну, от лица Стального хвата России могу поздравить с прохождением вот такого коротыша
150 миллиметров, в диаметре 9. От Олега Биг-Биг Кускова. Уже почти Викторович. Почти. Пока.